Тюменском районе готовы к зиме. Накануне глава Каскаринского ЖКХ отчитался о выполненных ремонтах. В поселках Ямбаево, Каскаре, Барках и Сазоново подготовлены 18 котельных. Специалисты промыли водоподогреватели и ждут распоряжения, чтобы запустить отопление в сотни многоквартирных домов. Детские сады, социальные объекты уже частично подключаются. К тому же этим летом в Барках заменили километр водопроводов и промыли две скважины. У нас была выездная проверка Ростехнадзора, которая не вывела никаких замечаний, каких-то нарушений, что тоже подтверждает качество нашей работы. Соответственно, можно утверждать, что мы к отопительному сезону полностью готовы.